no one to talk with, all by myself, no one to walk with, but I'm happy on the shelf. Ain't misbehaving, saving my love for you, for you, for you, for you. I know for certain the one I love, I'm through with flirting, it's you that I'm thinking of. Ain't misbehaving, saving my love for you. Like Jack Horner in the corner, don't go nowhere, what do I care? Your kisses I weren't waiting for. Джон То в роли инспектора Морса. Здоровья, денег и счастья. И оставьте сообщение. Кто убил Гарри Филда? Что ж, будем здоровы. Кевин Уэйтли в роли сержанта Льюиса. В фильме также снимались Джеральдин Джеймс, Фредди Джонс, Джон Касл, Никола Коупер, Джеймс Граут и Рональд Пикап. Автор сценария Джеффри Кейс. Здоровья, денег и счастья. Оставьте сообщение. Продюсер Дэвид Леселес. Доброе утро, сэр. Отдохнули за выходные? Да, спасибо, сэр. Тем лучше. Сегодня он не слишком рад жизни. И мне он тоже не слишком рад. Режиссер Колин Грег. Устали, сэр? Да. Почему так? Не выспался. Таблетки пробовали? Нет. Под его ногтями много земли. Фермер? Садовник? Руки сильные? Документов нет. В кармане 14 фунтов. Выглядит, будто он просто выскочил на минуту. Непонятно куда. Верно. Он мертв уже несколько дней. В пятницу его тут точно не было. Здесь одна женщина гуляла с собакой. И в субботу, и в воскресенье его тут точно не было. Откуда вы знаете? И ты бы знал, если бы не уехал на уикенд в солнечный Йоркшир. Тут был ливень, а тело сухое. Его где-то держали. Хотел спросить, сэр.
Можно обсудить один момент. С кем? Друг с другом. Да, что именно? Когда у нас будет побольше времени? Это все, помимо всякого мусора. Мусор мы тоже исследуем. Похоже на какой-то логотип. Автосервис, Сити Авто. Откуда вы знаете? Они чинят мою машину. Когда приедем, я бы хотел, чтобы ты вел беседу, Льюис. Хорошо. А почему? Да, это один из наших брелоков, но это не значит, что он принадлежит нашему клиенту. Это нужно доказать. Да, верно. Как я могу быть в этом уверен? Верно. Одну минуту. Возможно, это не клиент, сэр. Они выдают множество подарков. Спроси, если это их клиент, как бы нам выяснить, кто это? Я слышал, сварливый старикан. Это один из наших. Но почему, если бы он просил побыстрее отремонтировать машину? Не обращайте внимания, он не высыпается. Если это был бы ваш клиент, я бы сказал, это похоже на ключ от мотоцикла. Возможно, ключ от мотоцикла, сэр. Кто же ты такой? Сэр, я нашел его. Ему принадлежал Винсент Блэк Шэдоу, а зовут его Гарри Филд. После того, как я наконец нашел нужную ведомость, все его прекрасно вспомнили. Удивлен, что вы его не знаете, сэр. Он считался человеком со странностями. Доброе утро. Доброе утро. Вы знаете человека, который здесь живет? Сосед. Не часто видел он мистера Филда. Упоминал, что как-то утром на прошлой неделе слышал машину. Кажется, высококлассную. Вот наш человек, когда он был живым. Не наступай сюда, это кислота. Кто-то вылил ее на эту картину. Интересно, кто это сделал? Кто бы ни сделал, у него был ключ, следов взлома нет. Его куртка. Он, несомненно, собирался снова ее надеть, его краски. Вот. Опять Льюис. Мы сопоставляем последние моменты жизни совершенно незнакомого человека. Сейчас интересуюсь им больше, нежели когда он был жив. Но ведь когда он был жив, он не доставлял нам проблем. Это я иду на работу. Голова сегодня чугунная. Звони, если не вернешься.
Привет, старик. Послушай, из-за чего все это? Ты был довольно напряжен, когда звонил. Он полное дерьмо, ты же знаешь. Послушай, я не хочу, чтобы что-либо менялось. Мы должны поговорить, когда я... Где ты, черт тебя возьми? Говорил, что вернешься вчера. Я ждала, кое-что приготовила. Ты дерьмо. И что я должна делать? Искать тебя с помощью полиции? Боюсь, полиция уже нашла его. Да? Миссис Филд? О, нет. Выпивка. Я знала, что она его погубит. Надеюсь, он был настолько пьян, что не знал, что происходит. Почему? А последнее, что он услышал от меня, это ругань. Не думаю, что он прослушал это сообщение, миссис Филд. Запись не была воспроизведена. Это было потому, что он позвонил и сказал, что вернется в пятницу. Я ждала. Приготовила кое-что. Я разозлилась, так как я старалась, а он нет. Как жалко. Я правда не думаю, что он получил это сообщение. Ну, точно, я этого никогда не узнаю. Так что вас интересует? Когда вы в последний раз его видели? Его. Последний раз я его видела неделю назад. На рассвете, в прошлое воскресенье. Он поехал в студию. Не мог заснуть. Слишком много бренди. Сердце у него колотилось. Мы были на вечеринке неделю назад. Я не хочу слышать никаких подробностей про аварию. Не того, что случилось с другим водителем. Я просто... Он был здесь. Миссис Филд, ваш муж не попадал ни в какую аварию. Это мотоцикл Винсент Блэк Шэдоу. ОАФ 749. Черный. А вы как думаете? Нам нужно найти его как можно быстрее. Привет, старик. Послушай, из-за чего все это? Ты был довольно напряжен, когда звонил. Он полное дерьмо, ты же знаешь. Послушай, я не хочу, чтобы что-либо менялось. Мы должны поговорить, когда я... Ты меня слышишь? Кто это? Отец Гарри. Он путешествует по Испании. Вы знаете, о ком он говорит? Нет. Похоже, кто-то звонил вашему мужу, но не оставил сообщения. У вас есть соображения? Нет. Кто-нибудь звонил ему сюда в воскресенье? Нет. Значит, вы его не видели 7 дней. Не стоит это как-то истолковывать. Мы так жили. В 60-е, даже в 50, как говорил Гарри. После некоторых вечеринок он не хотел останавливаться. Если он говорил, что это на всю ночь, значит, вы потеряли его на неделю. Иногда ему нужно было сбегать. Утопить демона, дорогая. Поэтому, когда он позвонил в четверг, я действительно ждала его на следующий день дома. Он говорил, где он был?
Нет, на автоответчике было сообщение, когда я вернулась с работы. Он просто сказал: «Здравствуй, это я, вернусь завтра». Я лишь могла проклинать его за то, что он не вернулся. Боже, как это по-мещански. Зачем кому-то звонить в студию, Гарри? Отказываясь оставить сообщение. Возможно, это был его отец из Испании, ему трудно было дозвониться. Если бы я 5 раз пытался дозвониться, я бы об этом упомянул и был бы раздражен. А он говорил спокойно. Кто бы это ни был, ему нужно было срочно поговорить с Гарри и поговорить лично. Возможно, кто-то лишь хотел убедиться, что его там нет. Кислота. Да, я подумал об этом. Вот. Ничего не замечаешь? Одежды нет. Одежды нет. Одежды нет. Лица. Это один и тот же человек. О, да. И без одежды. Что с вами? Думаю, я бы поладил с Гарри Филдом. Когда я был студентом, я часто отвлекался на подобные вещи. Что это? Вентоса вере рестабит. Как перевел Гарри для мистера и миссис Паркер из Огайо. Весна приносит передышку после зимних бурь. Правда? Отчет судмедэксперта. В латыни буква V произносится W, поэтому этот девиз читался бы: «Отдохни немного, когда ноги устали». То есть он неправильно это понял, сэр? Нет. Нет, Льюис, он это придумывал. Шутливая генеалогия, геральдика. Похоже, у Гарри было хобби. Феликс Нокто Экспонендос. Поэтому вы их затребовали, сэр. Переведено для Пайферов из Чикаго: как счастлив тот, кто осмеливается бросить вызов тьме. А на самом деле? Ночью выпусти кошку на улицу. Парень не промах. Да, ему определенно нравилось шутить. И не нравилось надевать шлем. Боюсь, это привычка. Вы это уже говорили. Да, да, простите. Вам не возбраняется выпить, находясь при исполнении? Я обычно не пью за обедом. Я вообще мало пью из-за своей головы. Не люблю пабы. В студии мы нашли вот это. Полагаю, они все были обманом. Мы были без гроша. А жить-то надо. Ну, а чего они ждали за 30 фунтов плюс доставка и упаковка? На этом мы не нажились.
Большая часть денег была обменена на вино. Но это была идея Гарри. Он говорил, что это то, чего хотят все. Чувствовать, будто у них есть история. Он давал им это чувство. Даже если в переводе это обозначало бы «отхлебни и не останавливайся». Он много продал своих работ? Нет. Чистка, реставрация. Он называл это тягомотиной. Ему это не нравилось? Конечно, нет. Он учился на художника. Вам бы понравилось вернуться к регулировке движения? Кто ему позировал? Никто. Он не мог себе этого позволить. Здравствуй, Хелен. Ранний обед сегодня? Да. В студии мы нашли его шлем. Я видел в полицейском компьютере, что его как-то оштрафовали за отсутствие шлема. 2 года назад. Вам что, больше нечем заняться? 25 фунтов и предупреждение, больше этого не делать. Он спросил суд, можно ли ему надевать тюрбан, и утверждал, что он сикх. Он увиливал как школьник, а по ночам гонял на мотоцикле. Я упоминаю об этом, потому что его нашли в Глухомане. Он мог туда приехать, но мы не нашли мотоцикл. У вас есть соображение, куда он мог бы поехать? Или с кем встречаться? Нет. Я же говорила. Когда вы в последний раз посещали студию? Мы поехали забрать вино для вечеринки. В субботу вечером. Он его там хранил? Он его там пил. Он часом не проверял свой автоответчик? Там не было сообщений. Откуда вы знаете? Не было сигнала о полученных сообщениях. Вы ясно это помните? Теперь мне этого не забудь. Гарри взглянул на автоответчик и сказал, вот видишь, никто меня не любит. Утром я получил отчет о вскрытии. Он противоречит некоторой информации, что вы мне дали. О чем вы? Телефонный звонок, который, по вашим словам, был от Гарри в четверг. По моим словам, жаль, что я стерла эту запись. Я тоже. По отчету судмедэксперта, Гарри к тому времени был мертв уже 4 дня. Здоровья, денег и счастья. И оставьте сообщение. Как мертвец может позвонить жене? Это запись. И кем сделана? Неизвестным или неизвестными. Но как? Надеялся, что у тебя будет пара идей. Ну, одна сразу приходит на ум. Миссис Филд не получала от него звонка. Но зачем ей лгать? Пока не знаю, но у судмедэксперта нет причины лгать нам, правда? Не подумал бы. Знаешь, что я всегда делаю после того, как получаю машину из сервиса? Вероятно, едете выпить? Да. Я еду в ней и останавливаюсь, чтобы выпить. Это очень хочется сделать. Разве проницательный Гордон из автосервиса не говорил, что Гарри был на удивление трезв, когда забирал свой мотоцикл? Он бы захотел выпить. И захотел бы проверить свой мотоцикл. Он не надевал шлем, что означает, что выехал он с наступлением темноты. Лигнум крусис. Арбор Скинтиае. Деревянный крест – это дерево познания. Не особо смешно. Нет, сэр. Я бы сказал, что Гарри поехал в паб. Куда?
Он бы выехал за пределы города, чтобы можно было спокойно насладиться ездой, но и не слишком далеко на случай новой поломки. Для провинции это норма. Что, сэр? То, что мотоцикл до сих пор здесь. Тогда вопрос, как Гарри оказался там, где мы его нашли? Добрый день. Добрый день, сэр. Да. Вы сообщили об этом? Я появился здесь случайно. Сколько он здесь? Вчера была неделя. Я собирался сообщить об этом. Как раз собирался. Вы, вероятно, были очень заняты. Льюис... Вы знаете этого человека? Собирался сообщить. Он оставил бы его себе, если бы за 3 месяца никто бы не хватился. Гарри точно не оставил мотоцикл по собственному желанию. Здесь что-то случилось. Он мог бы оставить это как невостребованную пропажу. Разве страховые компании не перестают следить через 3 месяца? Но это все равно было бы кражей. Что об этом говорит ЗПУ? ЗПУ, сэр? Закон о полиции и уликах. Он у тебя на столе. Когда сержант уголовного розыска начинает читать это специфическое издание, это значит одно из двух. Ему нечем заняться, или его жена хочет, чтобы он стал инспектором. Что ж, кто начнет первым? Полагаю, я. Сэр, я не хочу, чтобы вы хоть на минуту допустили, что я недоволен своей работой. Нет, я так не считаю. И я не хотел говорить об этом, пока не представился шанс поболтать. Я о том, что ваше мнение было бы ценным. Снова надеть униформу? Нет, об этом я больше не думаю. Я хочу продвижения, сэр. Тут и денежная сторона вопроса. У меня растут дети. Деньги тратятся на каждом шагу. Инфляция все время растет, вы понимаете. И я хочу немного ответственности. Мне не хватает этого. В отдел дорожного движения. Людей там не хватает. Разве в базарные дни транспортная система нормально работает? Это вызов. Да, я ожидал чего-то подобного. Сплошные потоки машин, всякое такое. Это то, чем ты хочешь заниматься? Я могу не пройти экзамен. А если пройду, уйдут месяцы, пока появится возможность повышения. Дело в том, что мне нужна ваша рекомендация. И я хочу знать. По-вашему, я заслуживаю рекомендации на повышение? Жаль говорить тебе, Льюис, что ответ на это... Да. Спасибо, сэр. Здоровья, денег и счастья. Я звонил миссис Филд. Погоди, приятель. Хелен! Незнакомец на линии. Да? Миссис Филд, это Морс.
Тут поминки. Гарри оставил 1000 на барный счет. Приезжайте. Все уже тут. Да, верно. Спасибо. Спасибо. Апельсиновый сок тем, у кого подбита печень. Водка тем, кому плевать. Фредди, ты как сегодня? Пожалуй, пас. Кому еще? Привет, проходите. Хорошо. Добрый вечер. Сюда. Здравствуйте. Выпьете? Пожалуй, скотч. Тони скотч. Идемте. Они все приехали на вечеринку. Спасибо. Вечеринка клуба искусств. Новый год 1969-го. Видите в его руке сигареты? А в их поисках он бродил по Кингс Роуд. Одевшись цыпленком? Одевшись цыпленком. Я тогда курила только Консул. Он зашел в 4 паба, прежде чем найти их. Когда он вернулся, он взмок как бык. Чертов идиот. Мне нужен адаптер для видео. В прошлый раз он заменял молоток. У вас все есть? Да. Тони, один из старейших друзей Гарри. Вы сегодня особенно хороши, мэм. Передай пакетик для рвоты, Элис. Мистер Дойл, учитель? Да. Но у его жены куча ювелирных магазинов. Она полуинвалид. Сплошные нервы. Единственное, чего от него хотел Гарри, покрытие превышения кредита. Пароль здоровья, денег и счастья. Вы его знаете? Мистер Мосс здесь? Да, конечно. Проходите. Передайте ему, что здесь Льюис, я буду там. Мы с Гарри были на этом винном фестивале в Кагоре. Гарри. Да, я там был. Там чудесный мост через реку. Фредди? Да, все в порядке, ради бога. В любом случае, это ужасно занятная история. Льюис? Я позвонил. Сказали, что вы поехали сюда. Взял свою машину, сэр. Спасибо, Льюис. Что-нибудь полезное? Не особо. Тут есть человек по имени Тони Дойл. Вы хотели разузнать насчет Гарри? Пойдемте, посмотрим его по телевизору. Здравствуйте, друзья. Всем тихо! Никаких речей, никаких посланий миру в этот благоприятный вечер. Снимает Тони Дойл. О, боже, это появился наш новый герой? Тони, я не хочу это смотреть. Брось, дорогая, все хотят посмотреть. Нет-нет, хватит. Если Хелен не хочет... Нет, не будем расстраивать нашу мисс. Заткнись, Джулия. Хелен, перестань. Пожелаю дальше хорошо посмеяться надо мной. О, боже, Тони. Тони, Тони. Что? Не давайте ему больше пить. Снимает Тони Дойл. Ладно. Где моя жена? Чемпионка. Рвань из пригорода. Мой ангел из Илфорда. Человека, о котором подумала Хелен, зовут Джоан. Джоан Миро. Тупая задница. Внимание, Тони. Возможно, с этим нам повезло бы. Вот 250 штук за это в Нью-Йорке. Тони? Даже ты бы немного мог выбить. Это лишь шутка, Тони, лишь шутка. Я правда его люблю. Что ты сказал, папа? Осторожно.
Я никогда не оказываюсь в таком состоянии. Думаю, не окажешься, Льюис. Он такой, как вы ожидали, Гарри? Думаю, более резкий. Да, я, черт возьми. Думаю, пора домой, пока мебель не перевернули. Давай, Джулия, дорогая, думаю, тебе тоже пора домой. Нет, я чертовски его любила. Джулия. Он со мной общался больше, чем с ней. Он был одинок. Заткнись. Народ, перестаньте. Джулия, сядь. Тони, мистер Энергия. Гарри как-то сказал, что здороваться с тобой – это как выжимать пустую перчатку. Странное чувство, да, Тони? Я что-то сказала. Выпивка есть? Кажется, весь вечер с ней не расстаюсь. Ну, это же вечеринка. Когда я была моложе, на меня все засматривались. Матис? Единственное, о чем Гарри мог думать в то время. Он говорил, ожидая вдохновения, получаешь лишь превышение кредита. Все, что делал Гарри, выглядит каким-то другим, будто другой художник. Бинго. Он иногда подписывался «А. Тоттер», то есть «гибнущий». Вот каким он себя ощущал. Никакого собственного стиля. Хотя душа компании – живой или мертвый. Эллен. Да, Морс. Он что-нибудь подделывал? Я промолчу, папаша. Подумайте, что мы были Бонни и Клайдом. Морс, старина. Улики Уистлер. Каков приговор? Следующее. 20 лет в одиночестве. Что ж, они все друзья Гарри Филда? Не все. Говорилось много колкостей. А Тони Дойли ни единого хорошего слова. Он сегодня был за хозяина. Я тут подумал, возможно... Ну, вы понимаете. Я тоже подумал. Доброе утро. Как ты? Устал. Да. Знакомое чувство. Таблетки принимал? Ненавижу таблетки. Я тоже. Здорово, что ты пришел так рано, Ян. Я здесь всегда рано, чтобы убедиться, что за ночь курс не отменили. Уверен, что из-за этого не могу заснуть. Мне нужно твое мнение по поводу этого. Что бы ты сказал? С радостью, давай. Да. И что это такое? Это Уистлер. Вариации на тему золотой ширмы. Кто тебе это сказал? Ты ведь не купил это? Это не Уистлер? Нет. Нет. Это ужас. Совсем не похоже на Уистлера. Значит, этот художник не фальсификатор? Очевидно, не очень хороший. Написано наспех. Скорее, стилизация. Где ты это взял? На поминках. Не удивлен. Greatest, 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 greatest.
В школе мне всегда нравилось изучать искусство, не то что математику. Рискованное это дело — рисование, да? У вас у самого не было склонности заниматься этим профессионально? О чем? Как мистер Филд. Мистер Филд зарабатывал чисткой картин. У меня сложилось впечатление, что он был эдаким гуру, к которому люди тянулись. Скорее, актером кабаре. Много денег приносит чистка картин? Не знаю, мне этим заниматься не приходится. Я видел некоторые его картины. Он ведь был очень хорош. Его стиль вас привлекает, сержант? У вас на это времени не находилось? Ставить отметки и прочее, чем занимаются учителя? Вы разделяете мысль Бернарда Шоу и Гарри Филда? Те, кто может работать, это не те, кто может учить. Это он про вас говорил? Вы, случайно, не знаете, кто эта модель? Нет. Он много ее рисовал? Возможно, лицо с обложки. Он много копировал. Правда? Кого я подцепил? Надеюсь, поминки были хорошие. Он был бы восхищен. Уверен в этом. Я вдруг начал становиться богом. Нет, простите, выйдите. Вы мистер Филд? Верно, сынок. Я сержант Льюис. У вас есть дети? Есть, сэр. Вы позаботитесь о его работах? Конечно. Мне очень жаль, сэр. Это вся его работа? Да. Мне приходилось приезжать сюда. У него всегда были хорошие отношения с семейством Смитов. Есть соображение, кто мог так ненавидеть его, чтобы убить? Бог мой, за каждой картиной своя история. Сэр, на автоответчике вашего сына было сообщение от вас. Правда? Что-то насчет полного дерьма. А ком это было, сэр? Не знаю. Этого так много в наши дни. В эти дни мне приходится самовольно отлучаться. Так тоскливо смотреть на это. Боже, я ненавижу апельсиновый сок. Вы ведь не часто виделись с Гарри? Я владел пещерой Аладдина. Слушаюсь и повинуюсь, Гарри. Обычно его интересовала лишь скидка. Он не упоминал о новом заказе? При мне нет. Насчет такой информации он хитрил, ведь я бы мог потребовать заплатить по счету. Это был, вероятно, крупный пейзаж. Правда? Значит, ему хорошо заплатили, иначе бы он такое делать не стал. Он ненавидел пейзажи. Он предпочитал людей. Я говорил ему, что он их пишет, потому что они ему нравятся. А он говорил мне, что я сентиментальный старик.
Давайте его помянем. Спасибо. Что скажете? Хорошее, правда? Достаточно сухое для вас? Сухое, довольно легкое. Легкое, да. Хорошее. Гарри его любил. Я заметил у него пару коробок. Le Grand Cru. Стиль Роллс-Ройса по цене Минни. По-моему, весьма качественная. Действительно. Как букет. Очень хороший. Откуда Гарри добывал деньги? Он всегда что-то вытаскивал из шляпы, ходил по краю пропасти. Приходилось буквально брать его на поводок, когда мы были на винном фестивале в Кагоре. Страшно представить, сколько он потратил, когда я уехал. А он остался? Да, дней на 10. Взял паузу, немного рисовал. Кого он рисовал? А как вы думаете? Вы сказали, он ненавидел пейзажи. Лигнум крусис арборс в Кентиае. Здравствуй, Гарри. Я тебя понял. Прибывающий на платформу 2 поезд до Дантона делает остановку в Рединге. Его пока не было? Был и уехал. Куда? В Лондон. Мне он ничего не говорил. Можешь присесть здесь и почитать ЗПУ, дабы не занимать уборную. Ты шутник, Тейлор. Геральдическая палата. Вы не говорили мне, что едете в Лондон? Ну что, не разлей вода, Льюис? Прости. Это лишь соображение. Я не мог уснуть. Должен кое-что тебе показать. Сегодня я почти превратился в детектива. Появилась идея насчет девушки на картинах. Я узнал башню на одной из них, на той, где девушка парит в воздухе. Я подумал, может, дома на этой картине находятся там, где она живет? Но это место оказалось совсем не похожим. У художников есть привычка рисовать то, что они видят, а не то, что в действительности. Дойл посчитал, что Гарри срисовал ее с журнала. Странно, что он рисовал ее так часто. Я думал об этом. Тут почти одержимость. Он как-то сказал своей жене, что занимается подделками, но мне сообщили, что такого таланта у него не было. Но было кое-что другое. Я ездил в геральдическую палату в Лондоне. Lignum Crucis Arbor в Кентие. Я подумал, что для Гарри это тяжеловесно. Я разговаривал с джентльменом, служащим в коллегии Геральдии. Правда? Этот девиз...
был взят оксфордским семейством Фицуильям в 1437. Их дом сгорел в 1734, новый был построен в 1750. Гарри приступил к его рисованию. Да. Фицуильямов давно больше нет. Но что довольно странно, нынешний владелец – это клиент Classic Touring Auto, Пол Юджин Эрл. И мотоцикл Гарри был обнаружен в 300 ярдах от его поместья. Почему бы тебе не найти нормальную работу? Джордж Драмонд? Что ты тут делаешь? Не ношу высокого головного убора и не переживаю из-за этого. А ты как? Нормально. И как на гражданке? Форма попричудливее. Я знаю, во сколько буду дома. Старый брюзга только приехал. По какому поводу? Ну, понимаешь. Нет. Красивый дом. Что же? Тебе повезло. Он его продает, хочет за него 8 200 000. Неплохо для места, которое он использует лишь дважды в году на Рождество и на неделю до Уимблдона. Сидите. Инспектор Морс. Мистер Морс? Пол Эрл. Простите, что заставил вас ждать. Мы катались, он вылетел с трассы. Или был сбит? Карл. Карл, Веру Макмиллу нужна медпомощь. Чем могу помочь? Я пытаюсь отследить. Проводите Гера Макмилла, и я приду через минуту. Простите. Я пытаюсь отследить последние передвижения человека по имени Гарри Филд. Принеси выпить, Рок. Кого? Гарри Филд. Вы не слышали этого имени? Нет. Говорят, он собирался рисовать этот дом. Он был профессиональным художником. Хотел спросить, не от вас ли он получил заказ? Последним, кто в моей семье заказывал картину дома, был мой дед, а художником был Сезанн. Вам известен Сезанн? У меня есть фотография этого человека. Ни о чем не говорит. Телефон. Саймон Коллиер. Иду. На прошлой неделе он мог оказаться тут неподалеку. Вы были дома? Только в понедельник. Мы были в Цюрихе. Когда мы вернулись домой? Цюрих во вторник, а в среду дома. Не в Крайстчерч, а в доме во Франции. В четверг в Лондоне. С вашим министром культуры. В пятницу я с друзьями улетел в Шотландию. Как видите, очень напряженная жизнь. Простите, ничем не могу помочь. Не могли бы вы показать это фото своему персоналу? Это важно? Они заняты? Я расследую убийство, сэр. В окрестностях? Ну, тело было найдено в 15 милях отсюда, но мотоцикл жертвы неподалеку. Понимаю. Винсент Блэкшэдоу. Классика.
Я жду вас, сэр. Пол Эрл лишь дважды пользовался Classic Touring Autos, и предоставлен он был ему не Гарри Филдом, так что никакой связи. В тот день, когда миссис Филд получила сообщение от Гарри, Эрл был в Лондоне. С министром культуры? Да. Почему дом Эрла? Картины? Непонятно. Но он мог просто срисовать его с журнала, как и в случае с девушкой. Но этот дом существует, Льюис, в отличие от девушки. Почему эти вечера проводят в самое жаркое время года? Мантии и униформы впечатляют почтенных гостей, сэр, и помогают замаскировать просьбы о помощи. Но это компетенция ректора, а не моей. Так по какому поводу? Сержант Льюис, сэр. Что? Он хочет продвижения по службе. Не удивлен. Обязательно ли ему переходить в другой отдел, если он сдаст экзамен? Я думаю, он этого захочет. Почему? Ну... Что? Посмотрим правде в глаза, Морс. С тобой он многого не добьется. Он и так долго терпит, как ты с ним разговариваешь. А как я с ним разговариваю? Ну, я полагаю, пренебрежительно. Абсурд. Что ж, тебе виднее. Ты получил очень хорошего полицейского, Морс. Таких, как Льюис, не так уж много. Тебе будет его не хватать. Однако, это ведь его жизнь. Как тебе этот Эль? Начинаю привыкать. За рулем? Нет, меня подбросил суперинтендант. Он едет на прием к ректору. Там же, вероятно, и твой друг Эрл. Он жертвует 2 миллиона для финансирования новой кафедры. Я этого не знал. С момента объявления кучи мантий была постирана и выглажена. Ладно, фотографий немного. Это одна из лучших коллекций Ренессанса, которая никогда не выставлялась. Отец Эрла крайне осторожно ее показывал, так как она сомнительного происхождения, приобреталась во время войны, читай, добыча. В любом случае, вот что бы я захотел посмотреть, если бы коллекция когда-нибудь добралась сюда. Абсолютное совершенство. Абсолютно бесценно. Что это? Это Морс. Единственный известный портрет Джованни Беллини Альбрехта Дюрера. Темперной краской. Знаешь, картина много лет была в коллекции отца Эрла, и вдруг кому-то пришло в голову почистить ее, и они раскрыли, что у них есть. Когда это было? 40 с лишним лет назад. Отец Эрла остаток своей жизни хвастался своей коллекцией. Эрл это продает? Что ты? Отцовский мемориал? Нет, он предлагает округу взять это в аренду. Взамен он просит 5 миллионов. Тьеполо оптом. Великолепная коллекция. Но захочет ли 250 000 человек платить за это по 2 фунта в год? Лобби Эрла в Уайтхолле говорит «да». Кто она? Джейн Мэриот. Я пытался найти вас прошлой ночью. Я изучал искусство Ренессанса. В отличие от того, кто застраивал этот участок. Хорошая работа, Льюис. Очень хорошая.
Джейн Мэриот. Не хочет. Присаживайтесь. Я постою. Кто рассказал вам обо мне? Мой помощник нашел вас по одной из картин Гарри. Он скоро затихнет. Спиртное его убило. Падение. В пьяном виде. Бедняга Гарри. Как вы с ним познакомились? Через школьного учителя, Тони Дойла. Они приятели. Я немного... Мне не стоит об этом говорить, мне было лишь 15. Нет, ничего такого, я просто немного позировала для Тони. Фото для его работы, так он говорил. Их увидел Гарри и захотел нарисовать меня. Он мне платил, все было нормально. Как вы ладили с Гарри? Отлично. Он сделал несколько весьма хороших картин. Моя мама одну повесила у себя в доме. А у вас есть что-нибудь? Нет. А вы какую-нибудь видели? Да. Значит, вы видели меня обнаженной? И его жена должна быть расстроена. Да. Вы когда-либо встречались с ней? Нет. Он много о ней говорил. Она не могла иметь детей. Повезло. Почему он так часто вас писал? Я была его моделью. Он упоминал кого-нибудь по имени Эрл? Кого? Вы были знакомы с Гарри? Нет. Он был очень великодушен. Действительно хороший человек. Отлично шутил. Что ж, вы всегда будете помнить о нем только хорошее. Да. Бедный малый. Он изобразил меня лучше, чем я на самом деле. Тони Дойл знал ее. А почему лгал? Не хочу об этом думать. Молодец, Льюис, что нашел ее. С вами все в порядке? Подавлен. Здравствуй, Ян. Доброе утро. Меня должны представить. Спонсорство курса следующего года. Он намекнул на вечере у ректора, что нам, возможно, что-нибудь перепадет. По-моему, все это просто пиар. Пусти в ход свое обаяние, Ян. Им не обаяние нужно, Морс, а смирение.
Сэр? Мистер Филд? Вот как лучше всего их вспоминать. Молодыми и счастливыми. Я храню некоторые его старые вещи. Настольный теннис. Отличная игра, а, Льюис? Иэн Мэттьюс нашел вот это. Картина дома Эрла во Франции, кисти Сезанна. Они это продают по 80 пенсов. Мило. Дом в 30 километрах от города Кагор. Это там, куда Гарри Филд ездил в прошлом году на винный фестиваль. Интересно. Я виделся с отцом Гарри. Сыграл с ним в настольный теннис. Он много играл с Гарри. Сохранил стол. Он меня сделал. Имя Пола Эрла ему ни о чем не говорит. Сказал, что Гарри упомянул бы об Эрле, если бы знал его. Однако имя Тони Дойла его задело. Он ему не нравился, как и Гарри. Он сказал, почему? Да. Провинциал. Неуважительно. Интересно, что Дойл продолжал одалживать Гарри деньги. Зачем это ему? Если у него была связь с Хелен Филд, то для успокоения совести. Гарри знал об интересе Дойла к молоденьким девушкам. И шантажировал его? Это не в силе Гарри. Думаю, Дойл до сих пор это не оставил. Да. Шантаж не был в духе Гарри. Да и о каких деньгах мы говорим? Двадцатка тут, полтинник там. Хотя за долгий период времени, как говорят люди. Даже если так, Гарри наверняка не нравилось одалживать у Дойла. Если не знать, что у твоей жены интрижка, подачки от друзей не должны нравиться. А как Гарри мог позволить себе эти вина и... Людям вроде Гарри это просто удается. Не у всех есть деньги на развлечения, на аренду. Вы знали, что жена Дойла очень богата? У нее сеть ювелирных. Поэтому он может позволить ездить на Астон Мартине при зарплате учителя. А ранним утром у студии Гарри слышали машину, судя по звуку, машину с мощным двигателем, возможно, Феррари. Феррари Пола Эрла. Но у Пола Эрла не было связи с женой Гарри. Дойл не убийца. Здравствуйте, вы позвонили Гарри и Хелен Филдом. Простите, что никого нет. Оставьте сообщение после сигнала. Здравствуй, это Гарри. Буду дома завтра. Здравствуйте, вы позвонили Гарри и Хелен Филдом. Простите, что никого нет. Оставьте сообщение. Здравствуй, это Гарри. Буду дома завтра. Они говорят, должно быть дети. Почему не самовозгорание? Почему не гнев Господень? Здравствуйте. Боюсь, Пол Эрл сейчас не может вам ответить. Оставьте свое имя и телефон после сигнала, и он с вами свяжется. Спасибо. Сэр. Здравствуй, Льюис. Я изучил банковский счет Гарри Филда. У него были деньги. 18 тысяч фунтов денежным вкладом в июне этого года. К сожалению, нет соответствующего изъятия со счета Тони Дойла. Я говорил, Гарри не был шантажистом. Но с этими деньгами что-то нечисто.
Интересно, Пол Эрл был в Англии в июне? Он обычно приезжает за неделю до Уимблдона. Мне это сказал Драмонд, охранник. Но с чего бы Эрлу дарить Гарри 18 тысяч фунтов? Точно не за картины его дома. Сезанн столько не зарабатывал, а у него получались пейзажи. У Гарри пьяного или трезвого заняло бы 2 минуты добраться из паба сюда, через поле к дому. Неожиданный визит. Это возможно, Льюис? Возможно. Что здесь делал Гарри? А почему хижина в отдаленной части поместья неожиданно загорелась? Подозреваю, там неделю прятали труп Гарри, и поэтому он был сухим, когда мы нашли его. Думаю, мы снова должны поговорить с мистером Эрлом, на этот раз официально. Мне нужен ордер на обыск. Я хочу видеть Эрла и его людей. Верно, сэр. А прямо сейчас хочу выпить. Почему он был один? Ничего странного. Он часто выезжал по делам один. На встречи с людьми, о которых вы ничего не знали? Да, не знала. Вы были здесь в июне? Да, на Уимблдоне. Сколько тут телефонных аппаратов? А что? Здесь, в кабинете Пола, в спальнях. Копия Сезанна. Копия. Конечно. Здравствуй, это Гарри. Буду дома завтра. Мистер Эрл при мне упоминал о Гарри Филде. Он хорошо его знал? Мой английский. Я не могу. Есть что? Нет. Похоже, использовалось что-то острое. Разрез спинного мозга. Удар скорее точный, нежели сильный. И след покрышек на дороге около 30 футов в длину. Он, должно быть, из-за чего-то резко затормозил. Мы должны взглянуть на сгоревшую хижину, я уже сказал им, сэр. Хорошо. Льюис, очень хорошо. Марс, доброе утро, сэр. На нас висит очень важный труп. Да, предпочитал считать его за подозреваемого.
А что там насчет твоей подачи документов? Кто тебе это рассказал? Хотел попытаться продвинуться. Слушай, я занят. Можешь замолвить словечко за меня перед Морсом? Зачем? Заменить тебя? Простите, у меня с ним встреча. Сержант Льюис. Боюсь, ее не будет, сэр. Как долго ваша фирма лоббировала интересы Пола Эрла? Мы были на этом особом проекте около года. До последних трех месяцев все было под большим секретом. Думаю, чтобы Guardian первыми не пронюхали. Как было с ним работать? С Эрлом? Он был мил, но бескомпромиссен. Что вы для него делали? Мы добились серьезного рассмотрения предложения министром культуры. У нас была пара своих людей, гнущих эту линию. В парламенте? Конечно, в коридорах этого здания. Поэтому я здесь остался. Нужно вернуть кое-какие письма. 5 миллионов фунтов за аренду такой коллекции – действительно отличное предложение для английского налогоплательщика. Значит, вы ее видели? Нет, нет, я лишь предложил идею привезти ее сюда. Я уверен, что английский налогоплательщик был бы рад сэкономить издержку мистера Эрла за ее хранение и страховку. Однако они смогли бы ее увидеть. Только если речь идет о Ньюкасле. Что это? Ее почистили. Не только почистили, Льюис, но и дезинфицировали. Гарри Филд. Ты отскребал машину, в которую его положили. Он лжет. Секретарь Эрла вызвала ему адвоката. Он едет из Лондона. А он просто сидит там, ожидая освобождения. Из него не вытащить ни слова. Он слишком многим рискует. Сколько, по-твоему, людей понадобилось, чтобы сбросить тело с того моста? Сначала тебе нужна моя работа, теперь мой кабинет. А мой пиджак нравится? Я привел мистера Маккейба, адвоката для вашего немца. Да, и тебе звонили из Vodafone. Берешь телефон в машину? Да, в мой Феррари. Вы следователь? Один из них. Если бы вы подождали в приемной... Нет, я из-за этого приехал из Лондона. Ему предъявили обвинение? Нет. Вы собираетесь предъявлять? Не могу сказать. Тогда я должен напомнить вам, что согласно закону о полиции и уликах... Не нужно, он у меня. Вот. Счет из Vodafone, сэр. В день, когда в последний раз видели Гарри, из этой машины зарегистрирован один звонок. Угадайте, куда звонили? В дом на номер Эрла. Верно. В 20:57, когда Гарри мог быть в этом районе. Секретарь уверяет, что Эрл весь день не выезжал. Так зачем бы ему идти в гараж и звонить в собственный дом в 100 ярдах от него по телефону из машины? Если бы Гарри пытался пройти через главные ворота, его бы остановил охранник. А если через поле, то он оказался бы рядом с гаражом. Что, если Эрл и его безмолвный немец Карл видели его? Что, стычка? Требования или успокаивающие слова от Эрла? Сообщение Гарри своей жене было записано ее автоответчиком спустя 4 дня после его смерти. Если бы ты услышал голос своей жены на автоответчике, ты бы решил, что звонишь к себе домой. Но я думаю, что он слышал запись в кабинете Эрла в 100 ярдах от него. Если я прав, Гарри Филд дал алиби собственным убийцам.
Вам этого никогда не доказать, сэр. Если только Гарри не поговорит с нами из могилы. Хотите выпить? Нет, спасибо. В такое время я обычно тоже, но... Это Тони Дойл плеснул кислотой по работе Гарри. Машину слышали ранним утром неподалеку от студии. По-моему, это был небольшой акт мести. Переход на личности и обвинение. Тони не убивал Гарри, если вы к этому клоните. Он бы не смог. Глубокомысленно. Почему бы вам не спросить Тони? Это сделает мой помощник. Допросы по отдельности, папаша. Вы, вероятно, поговорили с Мэдди, или Фредди, или Джулией, или кем-то еще из этой надменной кучки. Не нужно этого джентльменства, Морс. Я знаю, что они думают. Они случаем не говорили, что Гарри был импотентом? Никто ничего не говорил. Полагаю, он говорил, что дело во мне. В нашем браке все шло кувырком. Да, я знаю. Хорошо, рада, что вам это тоже известно. И чем дальше, тем веселее. Простите, Морс. Просто очень тяжело. А вы спросите меня об опрометчивом романе с мистером Дойлом? Мы... С этим закончили недавно. Он не хотел рисковать домом и Астон Мартином. Гарри знал. Тони всегда одалживал ему деньги. Гарри говорил, что чувствовал себя сводником. Но это не он. Нет, Тони не бросал кислоту. Это я. В студии вы увидите мой портрет. Который? С дырой посередине. Какой еще? Это сделал Гарри после вечеринки у Тони. Он знал, как много этот портрет для меня значил. Поэтому, думаю, он так и поступил. Просто сорвал его со стены и унес. Он видел, как я смеялась в компании с Тони. Мне бы хотелось думать, что он ревновал, но это было лишь бренди. Я позвонила Тони и попросила вернуть его. Он поехал в студию, понял, что с ним может случиться то же, что и с картиной, и уехал обратно. Мой Ланселот. Так что в понедельник ночью в 11:30... Пьяная. Я вошла в студию и сделала грязное дело. Просто чтобы показать ему, что это не игра в одни ворота. А через неделю появились вы и сказали, что он мертв. Я всегда думала, что у нас с Гарри будет время заключить мир, прежде чем мы состаримся. Но с этим всегда опаздываешь. No one to walk with, but I'm happy on my shelf. Ain't misbehaving, saving my love for you, for you. Thank you, darling. Спасибо, дорогой. Тони, ты где? Кто-то звонит в дверь. Тони! Тони! Беллини? Матисс? Гойя. Никогда не мог нарисовать голову на обнаженном теле, прямо как твой парень. Мане? Мане?
Бонна. Анкра. И Магрис. А вот эта кисть Дюререска называется «Опасные связи». Почему он выбрал эту картину? Все картины с ней написаны с любовью, кроме последней. Что-то изменилось в ее отношении к ней. Здравствуйте, сэр. Здравствуйте. Это не Дойл, кислота. Я знаю. Миссис Филд? Да. Он тебе рассказал? Да. Поспешил обелить себя. Ее Ланселот. Думаю, Гарри был прав насчет этого джентльмена. Он также подтвердил их алиби в ночь смерти Гарри. Дойл и миссис Филд заказали номер на двоих в отеле Беверли Хаус, выписали следующим утром. А эту кто написал? Это его жена. Я написал Гарри, полагаю. Сомневаюсь. Хорошо. Настоящая старая традиционная школа. Вряд ли Гарри потерпел бы других художников. Дом полон его работ и больше ничьих. Так кого бы он достаточно уважал? Кто бы для него много значил? Миссис Филд! Шато Лафит. Счастливые дни, прежде чем жизнь стала сложной. Это мать Гарри. И мальчик, который рос для того, чтобы быть убитым. Сэр. Так-так. Сезам с Ситроэном. Дом Пола Эрла. Мы изучали не те картины и не того художника, Льюис. Мы восхищены вашими работами, мистер Филд. Что? Это старший инспектор Морс. Спасибо. Портрет Хелен. Милая Хелен. И Гарри. С его матерью. Да. Гарри любит. Любил эту картину. Он много раз пытался ее воспроизвести. Возвращался к ней. Копия Сезанна, что вы коллаж. Конечно. Нечто, составленное из заимствований вашей работы давным-давно. Вы знали Пола Эрла? Мельком. Два золотых правила подделки, мистер Морс. Естественность и не подделывать Рафаэля. Естественность — это то, чего просто не было в работе Гарри, хотя он очень старался. Джентиле Беллини от Джованни Беллини. Неужели? Это вы придумали? Именно. Можно ли предположить, что она не отличается от дюреровского портрета Джованни Беллини в коллекции Эрла? Но они были братьями.
Тут может быть фамильное сходство. Нет, я говорю о композиции. Комплимент мастеру. Дюрер чрезвычайно восхищался Беллини. Эта коллекция все равно придет сюда. Фонд Эрла получит свои 5 миллионов. А это весьма маловероятно. Почему? Потому что дюреры фабриковались магистром искусств Оливером Ирвином и мною в 1946-м для отца Эрла. Откуда вы знаете, что они настоящие? Потому что вам сказали? Это вопрос веры. И только... Думаю, нам пора. Нет, мы с этим покончим здесь, в присутствии сомнительного Беллини. Мы с Эрвином работали на отца Эрла в доме под Кагором. Реставрировали, чистили. Старик восхищался нашей работой. Наша краска не исчезала при наложении на холст. И однажды он принес какие-то деревянные надалтарные украшения 15 века, не особо интересные, большинство из тополя, некоторые из липы. Но это привело к дискуссии о религиозной живописи, о художниках, которые много путешествовали, и о дюреровском Беллини. Фактически это спровоцировал Эрл. Это было логично. Дюрер был большим поклонником Беллини, искал встречи с ним. Он мог написать его. Ему следовало написать его. Мы исправили его ошибку. Краска, которую приготовил Ирвин, воняла, как прилавок с овощами и фруктами. И мы решили, что картину надо подпортить. Ирвин знал о фенолформальдегидном растворителе Ван Мигерена и приготовил краску, которую мы использовали для реставрационной работы. Мы подделали Дюрера, а затем сымитировали небрежную реставрационную работу. Хитроумно? Всегда должно быть что-то, насчет чего эксперт скажет: «Ага, совершенство не всегда подходит». Я фабриковал Дюрера. Кто заверял подлинность? Андреас Солман, признанный эксперт, но в то время уже в 73-летнем возрасте. Отец Эрла был хитроумным человеком. Он знал, что Солман всегда верил, что Дюрер должен был написать Беллини. Выбор времени был идеален. Закончилась война. Солман чувствовал, что мир теперь свободен от тирании. И из руин эмоционально и физически опустошенной Германии неизвестный Дюрер. Ренессанс. Конечно, эта штука не для продажи, следовательно, никогда не привлечет пристального внимания. Очень умно. Некоторые выразили сомнения, но людям хочется восторгаться. Подделка разочаровывает лишь тогда, когда обнаруживается. Только и всего. Вы очень хороший художник. Скорее, знаток живописи. На доходы от Дюрера я заплатил за свой дом. Он должен был стать домом для Гарри, его оплотом. Его мать умерла, когда ему было 10. Каким был настоящий Гарри? Он хотел делать хорошие работы, но ему это было не дано. Он был разочаровавшимся человеком. Очень тяжело быть довольным, когда не можешь добиться главного.
Но он в конце концов нашел повод сделать что-то хорошее и погиб из-за этого. Гарри знал, что коллекция Эрла, большая ее часть, состояла из украденных вещей и подделок. Эрл нанял Гарри для чистки того, что я сделал 40 лет назад. Именно Гарри, потому что Гарри знал о Дюрере. Но когда дошло до того, чтобы одурачить страну, Гарри, мой сын, знаменитый пьяница, благослови его Бог, отказался хранить молчание. Люди слишком долго смотрели на подделку и верили в ее подлинность. Но вы породили чудовище. Это вы убили Пола Эрла? Опасное заболевание требует крайних средств. Не было нужды убивать Гарри. Это несправедливо. Гарри для себя ничего не хотел. Но Эрл защищал честь своего отца, а Гарри пытался хоть немного спасти честь своего. Эрл признался в убийстве Гарри? Нет. Но это был он. Откуда вы знаете? Знаю. Он это сделал. Все улики. Он должен был это сделать. А Дюрер должен был написать Беллини. Мы его больше не увидим. У этого места есть покупатель. Ему придется вернуться в дом во Франции. Там был пожар. Картины уничтожены? По-видимому, 3 или 4. Уверен, они были хорошо застрахованы. Шофер хотел все мне об этом рассказать. Не знаю почему. Потому что знал, что вы расскажете мне. Слышала, что француз погиб. Да. Его рука на картине? Да. У Гарри было много подобной дряни. Француз собирался купить несколько картин. Мы собирались неплохо на них нажиться. Гарри послал меня на встречу с ним. Ему не нужны были картины. Ему понравилась модель. Все было только в этом, и не так дорого, как картины. Я сказала ему, что парень посчитал его картины хламом. И у нас произошла ссора. Он расстроился, начал пить. Сказал, что весь прогнил. Я сказала, что из него бы вышел хороший сутенер. Он плакал, когда я ушла. Позднее я вернулась, но никого не было. Затем я заметила, что он изменил мне лицо, а сам уехал. На встречу с Полом Эрлом? Думаю, да. Но не на белом коне, а на чертовом черном мотоцикле. Он решил стать моим ангелом-мстителем. Если бы мы тогда не поссорились, он ведь был бы жив. Почему вы мне раньше не рассказали? Что я была с богатым парнем? Мое слово против его. Я бы могла сказать, что у него родинка на спине. Суду этого достаточно? И подражатели труду и талантам других людей, остерегайтесь налагать свои наглые руки на нашу работу. Кто это сказал, сэр?
Альбрехта Дюрер в 1511 году. А каково все время оказываться правым, сэр? Неприятно, но я никогда не смогу доказать, что это сделал Эрл. Время на нашей стороне. Что-то может найтись? Говорят, что это всегда позднее, чем ты ждешь. Путь продолжается и продолжается, и те, кто могут, следуют ему. Насчет моего пути, сэр. В транспорт? Именно. Я передумал. Жена считает, что мне будет плохо. И я не уверен, что мне пойдет головной убор. Пожалуй, подожду еще годик. Thank you.